А теперь, наконец, сделаем себе нормальное оружие. Оно уже 120. Еще даже не сделано. Это 104, уже 120. Ну какой нафиг стандарт ресивер? Advanced ресивер, разумеется, ребята. Long barrel. Какой нафиг long barrel? Vented barrel, разумеется. Full stock. Какой нафиг full stock? Recoil compensated stock, естественно. Какой к черту матери стандарт магазин? Какой стандарт сайз, когда мы делаем наш любимый этот medium night vision scope? But... который у нас уже есть, поэтому его, собственно, и не делаем. Hello, ну и наш любимый, естественно, супрессор. Ну и что мы имеем в результате, ребята? 164, 104. Ну, это 137-50. Этот больше, да, но тут 40 рейд стрельба. Тут 59. Рейндж одинаковый. А теперь выходим. Вот он, наш красавец, а? Тоже, конечно, так выглядит одинаково. А теперь выходим. И смотрим, как он выглядит. Так, это было. Это стало. Но это же другое дело, да? Было-то. Фу, ерунда, да, а стало. О, супер вообще. Это при условии, что я их не перепутал. Я не перепутал? Не, не перепутал. Так, еще раз смотрим. Было. Фу, говно, как... О, а это... Вау, супер. Кстати, вот разница в прицелах, да? Вот средний... Вот короткий. Конец эпизода.